А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы. Так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо. Здорово, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, и мы продолжаем проходить Dungeons. Вот так вот, да, спыл с жару после Нового года. Ну что, мы с стариком Пердуном трупом на троне разобрались. Ну, теперь пришла пора и с другими генералами разобраться. Вы мне там сказали, там какой-то Минотавр есть, и еще кто-то там будет. Ну, короче говоря, давайте их всех в очередь, в очередь. У всемогущего зла сил на всех хватит. Хозяин, перед нами лежит новый уровень. Я уже практически слышу панические крики Калипсо после свершения над ней вашей ужасной мести. Но сначала вам нужно накопить больше силы. Так что давайте обратим внимание на это место. Замок Прелестень. Это до отвращения миленькое место, украшено рюшечками и ленточками. Причем розовыми. Фу, какая гадость. Мне тошно становится, когда я только произношу все эти слова. Но мы положим этому конец. Ваши неутомимые подданные давно работают над созданием слизистой пушки, с помощью которой можно здорово запачкать поверхность. Хозяин, доставьте к пушке несколько слизняков, и мы сможем начать развлекаться. О, развлекаться это я люблю. Ну что, поехали, поразвлекаемся. Я вижу, тут испытания очень сложненькие есть, но... Не факт, что мы их выполним, но, тем не менее, попытаться стоит. Хозяин, вы повелитель подземелья на этом уровне. А проеденный червями дурак был с позором переведен на уровень выше. Этот уровень также называется затопленным храмом. Но я думаю, что это просто для привлечения посетителей. Здесь нам нужно будет разобраться с Минотавром Миносом. Рекомендую вам подальше держаться от этого тупоголового быка. От него здорово несет мокрой псиной. Ага, а вот и мой новый подданный. Этот никчемный мертвяк был слишком тупым для выполнения моих приказов. Ты будешь полезнее. Но только не думай, что сможешь меня обмануть так же легко, как его. Пока ты помнишь, где твое место, мы будем хорошо ладить. Да, мое место на троне, а твое место у параши, скотина ты такая. Да-да-да, конечно. Да-да, мы знаем. Вот там туалет и драить будешь ты. Да, хозяин. Надо решить, не хотите ли вы повесить его голову на стену рядом с другими трофеями. Но этим неуклюжим животным мы займемся позже. В данный момент внимание стоит обратить на этот клочок земли. Ваши подданные в результате ювелирной работы, а также нескольких дюжин ударов кнутом, изготовили для вас слизистую пушку. Не хватает только зарядов для нее. Ну, сейчас найдем слизняков, и как хватит зарядов. Обезопасить, чтобы боеприпасы попали к цели. Mm-hmm. Следите за геройскими воротами. Mm-hmm. Нам надо к слизнякам добиться, да? Полностью контролирует враг, поэтому мы ничего не сможем на ней построить. Из этих ворот находчивые жители замка Прелестень отправляют стражников, которые должны оборонять дорогу. Из этого мерзкого, слизистого чего-то слизняки перетекают в подземелье. Мы должны доставить их к пушке. Лишь тогда мы сможем выполнить наш коварный план. Очень важно, как следует следить за слизняками. Они должны добраться до цели. Да знаю, знаю я, отстань. Что уже? Уже? Они уже идут? Охренеть. Так, карта, в принципе, была простая, да? У нас мне нравится новое наше, так сказать, сердце подземелья. Ля, какая прелесть. А монстров-то у нас ноль. Прикол, да? Гигантская лягушка. А у нас новые монстры появились? Лягухи? Прикол.
Не ожидал я такого. Так, ну подожди, нам надо добраться как-то до слизняков. Как это можно сделать максимально просто? Карта-то ни хрена не простая. Герои отовсюду идут, там еще вот эти патрули дурацкие, нам надо будет их как-то... Ну, короче, надо будет слизняков дефать, типа того, как я правильно понял, да? Так, ладно, разберемся. А нам докопаться до них там случаем не надо? Да, мы, кстати, можем копать, но не везде. Вот здесь какая-то срань находится, я вижу. Герои стали, блин, они только вышли, какого хрена они уже стали сильнее? Так, ладно, давай мы тогда начнем с простого. Ребят, копайте вот сюда, тут я вижу есть золото. Так, давайте мы из этого места превратим в золотую жилу, хорошую. Так, давай сюда еще слизнячков. Хорошо. Так, тут у нас всякие герои ходят, да? Ну, в принципе, я думаю, с ними и сам, если что, смогу справиться. Так, давай немножко сил играть. Ох, у нас 10 очков, ё-моё. Так, 6 силы, 1 ловкости и немножко телосложения давай, да. Шикарно. Шикарно, так. Бля, там маг уже напитался. А у нас этих... А, тюречка есть. Так, это у нас подземный пруд. Блин, слушайте, реально новые монстры, классно. Вход для героев. Гигантские лягухи у нас. Я только могу лягух делать, да, и все на этом. Блин, что-то как-то... Не густо, не густо, да. Это, конечно, не может не огорчать. Клетки всех размеров. Так, нам пойди сюда как-то надо пробиться, или я не знаю. Ну, короче, пошли, к нам тут уже идет один молодой человек, точнее, труп. Пока мы его там утузим, давай посмотрим, что мы можем еще качнуть. О! Закрыть вход мы можем. Слушай, реально можем? Вы выучили новое заклинание. Я хочу это заклинание. Это заклинание очень полезное будет. Слушайте, мы можем и входы закрывать, получается. Шикарно. А можем ли мы закрыть вход? Вот этот, например. Не, ну хотя сейчас, в принципе, в этом нет смысла. Давайте так подумаем. Да, нам надо, по идее, энергии душ накопить. Так, гигантская лягушка. Где можно лягуху похоронить? Так, давай пойдем сюда. А там разберемся. Походу разберемся, как говорится. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас здесь вообще происходит, и там разберемся. Герои пусть идут, я довольно сильный для этих героев, я их там на обе лопатки, так сказать, смогу уложить, в принципе. Мне надо понять, как мне сюда попасть. Вот это самая главная наша задача. Как-то разобраться вот как сюда нам. Остальное все не важно. Так, что у нас тут? Ага. Какой-то проход. А, тут, наверное, этот придурок будет, да? Ну, вы помните. Минотавр. Так, давай сюда гигантских лягушек, потом сюда лягушек. И вот каким-то образом мы, думаю, добьемся. Или нет? Блин, сложно сказать, карта какая-то замудренная. А, давай этого стража вызовем. Ой, нет. А для стража надо 500 душ. У нас не хватает, я прокачал монстров. Монстров, которых у нас нет. Так, секунду, я не совсем понимаю, что надо делать. Так, запорождено 7 слизней. Через 3 минуты у нас первый слизень пойдет. Как нам туда попасть-то вообще? Это что такое? Подземный пруд. Вот, нам надо, короче, сюда как-то пробиться. Тут лягухи у нас могут быть. Давай сюда, мы повысим себе лимит населения, получается, да? Так, дверь. А мы ее можем, типа, открыть, да? А смысл? А нет смысла. А как нам сюда попасть? Мы же не можем сюда попасть. Копаться там никак, вообще ничего не можем. То есть, как? Как мы их должны туда сопроводить? Вопрос. Телепортнуться как-то или что? А, вот какой-то проход. Вот, я вижу проход. Вот. Вот здесь можно копать. Все, тут копаем тогда. Тайна открыта. Копать можно там. Хорошо. А пруд мы не можем себе забрать, да, получается? Блин, прикол. Реально большие лягушки. Так, а герой там есть? Да, какой-то герой у нас по подземелью шарится. Слушайте, а миссия прикольная. То есть вот... Какая игра была вначале скучная, и какие сейчас реально интересные миссии стали появляться. Вот согласитесь, да? Огненная вспышка, давай сюда, пригодится. Прям реально интересные, блин, стали появляться уровни, я сам удивлен. Так, они, кстати, это, население троечку съедают. Надо как-то до вот это вот добиться уже, потому что у нас еще одна дырка, и на этом все. Так, давай сюда открывать мы это дело будем. Вот, можно копаться тут, да. То есть мы сейчас сюда копнемся, и будем потихоньку наших слизней, ну, блин, не знаю, нашим... Повелителем будем это делать. Так, у нас, я вижу, шестиногие звери открылись. Скорпионы. Крылатые змеи. Каменные стражи. То есть какие-то новые монстры появились. Это, конечно, не может не радовать. Это вообще круто. Прям реально круто. Так, а тут мы, кстати, сейчас копнем немножко и сделаем темницу. Наверное.
А хотя не, мы тут ничего не сможем потом делать. А где же забахать темницу, а? Может, где-то здесь? Ну, потому что, типа, два места это мало. Вы же понимаете. Так, лягухи пошли драться уже. Блин, не достает, прикинь, не достает, реально. Ё-моё. Давай еще сюда лягушку. Вот так. Может, тогда достанет. 12 дает. Опять же, это только лягушки. Блин, я не хочу этими лягухами драться, ну ё-моё. Так, ну тут золото они копают. Давай еще одного. Тут трое маловато. Нам надо как-то лимит населения повышать. Это прям реально очень сложно. У нас дырок тут особо-то и нет. Ну, типа, логов монстров. То есть я, по идее, должен лично бегать и мутузить героев. Так, все, повысили лимит. Хорошо. Почему копать нельзя здесь? Вопрос открытый. Ну, давай так копнем. И вот так. Вот давай даже вот так копнем. Ну, я не знаю, в чем проблема. Так, у нас там это появляется? Да, появилось. Давай сюда. Здесь сразу вызвать нельзя. Почему? А в чем проблема? А почему? Ладно, давай максимум гоблинов повысим. И прокачаем монстров. Прокачаем монстров, я говорю. Вот, все. 16-й левел монстров. Ну, думаю, этого достаточно будет. Они тут дерутся с лягухами, им все хорошо. Класс. Первый слизняк на месте. Посмотрите, как он дрожит и трясется. Доставьте его в целости и сохранности к месту назначения. Да я бы с радостью, но мы туда не докопались еще. Парни, копайте интенсивнее. Да какого хера? Копайте. Приказано копать. Сейчас же убью слизняка. Следующий будет через аж 7 минут. Охренеть. Блин, я реально как бы не успеваю здесь ни хера делать. Ну, в общем, нам надо как-то обезопасить наше поселение, как я понял, по-хорошему. Да, то есть, ну, наше вот это вот логово. По-хорошему, типа, мы его как-то должны обезопасить. Тогда его уберем, кстати, оно здесь не надо, вот здесь оно надо лучше. Типа, мы должны его как-то обезопасить от героев, которые ломятся. Хотя мы, кстати, можем закрыть. Вполне легко можно закрыть что-то. А тут что, копать реально нельзя? Да, нельзя. Эх, слизняка бьют, суки. А ну не трожь слизняка, это наш. Это наш бойз. А то, что можно закрыть вход, это вообще круто. Если вы уже толком сами не знаете, кто сейчас является настоящим хозяином вашего подземелья, вы сами лишляющиеся по нему орды героев. А это заклинание как раз таки то, что вам нужно. С его помощью можете запечатать ранее открытый вход, что значительно облегчит вам жизнь. Это да, это кстати правда. Так, слизняка там не убили? Нет. Пошли его сопровождать. Да слушайте, ему вроде насрать вообще. Так вот. Однако имейте в виду, что некоторые таинственные входы не могут быть закрыты. Ну хорошо. А, вот еще, кстати, логово монстров. Вот еще логово монстров. Вот мы к нему сейчас пробьемся. Тут надо копнуть. Да сейчас пойдем особо. Кстати, а можем ли мы за... А, нет, наверное, вот эти входы нельзя закрывать, да? Ну это логично, да, типа, ну, это же определенный вход. Схера ли его можно будет закрыть? И, кстати, я вижу, тут можно копаться. Да иди убей его, ё-моё. Так, давайте тут копните тогда, ребят. Тут как бы тоже можно... А нет, тут нельзя выйти. Выход у нас, короче говоря, только вот здесь, да? Нападают. Ну ладно. Кто на меня нападает? Вот этот труп? Вряд ли он на меня нападает. Очень даже вряд ли. Это тоже пруд, да? С гигантскими лягушками. А если у нас монстры повеселее, не только лягухи? Так, ну первый слизень, я так понимаю, у нас довольно легко сейчас дойдет. Его даже особо никто не покоцал. Ну так, чуть-чуть побили, да. Есть такое... Сейчас тут сюда копнемся, поставим тут лягух. Блин, классно было бы, чтобы сюда герои заходили. Нужны, наверное, завлекаловки какие-то. Вот такие, например, вот такие. Вот такие, да? Ну, типа, чтобы они сюда шли и тут на лягушек натыкались. Вот так. Так, хорошо, слизняк идет. Вроде все хорошо. Вроде первый сейчас дойдет. Короче, блин, мы заряжаем слизневую пушку. Это вообще как звучит? Вот просто как? Как вы это себе, блин, представляете? Так, кстати, тут герои, они уже рядышком. Мне бы, наверное, назад возвращаться. Там опасно. Так, ну слизняк, думаю, дойдет. Да, он дойдет. Итак, есть, первый готов. Первое слизистое существо достигло слизистой пушки, хозяин. Просто ослизительно. Круто. Теперь у нас проблема. Сердце сейчас будет пиздить. Бегом домой. А, не, лягухи там сдержали. Нормально. Нормас. Иди сюда давай.
Так, опа! Так, не понял. Не понял. А почему... вот так? Так, подожди. Вот этого прикола не понял. А почему все вот так? Кстати, лягухи хорошо справляются. На удивление, с врагами. Подожди, а в чем проблема? А почему мы не... А почему сюда не пошло влияние? Вот сюда. В чем проблема-то? Охренеть. Типа только тут надо это делать? Ё-моё. Так, давай тогда вас сносить. 15 на 36 хватает, все. Тогда вас мы тоже сносим. Ну это бред. Только тут надо это делать, получается. Ну это реально бред. Прям бредище полное. Да убей ты его. Слабак. О, круговая атака. Уя! Мимо. Ха, класс. А, тюрячка пустая. Слышь, у вас тюрьма пустая. Алло. Как? Алло. В смысле пустая? Так, 2 минуты следующей слизни. Блин, это на самом деле будет долгая миссия. Если я правильно все понял. Нам надо как-то добиться вот сюда, получится, до логова монстра следующего. До вот этого, как минимум. Плюс еще сюда надо, тут еще, видите, копнуть можно. Короче, нам надо как-то попытаться вот по пути следования наставить как можно больше пентаграмм. А, не понял. А мы не можем сюда пробиться никак? Видите, нас как бы ограничивает вот эта вот дорога. А что делать? А как мне вот это забрать? Я вот хочу вот это место забрать. Как его забрать-то? Ладно, давай тогда прикажем монстрам нашим копать сюда. Ну, соплякам. Я вот, ну типа, ну, а в чем прикол? То есть мы зону влияния наше расширять не можем? И вот эти вот дырки тоже забирать не можем, получается? Так это бред. Реально бред. Хозяин, на вас нападают. Так, золото давай тут влепим, пусть они периодически лутаются. Так, секундочку, но мне это не совсем нравится. Хрена ли я не могу забрать вот, это, вот эту яму? Гигантская лягушка, подземный пруд, ну все в порядке. Че, забрать его не могу? Типа, ну а в чем прикол? Что мне нужно сделать, чтобы это забрать? Как бы... Ладно. Ну типа, тут я вижу, мы можем прокопаться просто и... Вот прям и... Слушайте, какой-то странный уровень, на самом деле. С одной стороны, прикольный, да, типа, что тут условия победы есть определенные. Но с другой стороны... А что делать-то? Вот почему я там копать не могу, почему тут? Бред. Ну, золото копаем, типа, золото всегда надо. Герой тут выходит, как бы это хорошо... Но нам же надо как-то прокачивать еще, вы же сами знаете что, да? И уровень монстров надо качать. Удалось уйти из вашего подземелья, хозяин. Удалось уйти? Да и пошел нахер. Вот, вот и уходи. Не буду тебя больше звать в наше доблестное подземелье. Не хочешь, не надо. Так, ну тут, короче, я понял, они типа просто копнуть могут, да? Ну типа мы просто тупо сидим, ждем, пока слизни вылезут и все, да? На этом все. А как логово монстров забрать, я пока не особо понимаю. Еще один слизняк появился в вашем подземелье и направился к слизистой пушке. А вам шикарно. Не бросилось в глаза, что эти существа очень напоминают пудинг? Слушай, вообще не бросилось, эти честно. Верные герои открыли еще один вход. А где он? А где? Какой вход? Вот этот? Какой вход они открыли? Я ничего не вижу. А, вот этот. Мне бы разобраться лучше с тем, как, ну, это... Как логово забрать, вот это вот, например. Вот это я хотел бы разобраться, но я пока не понимаю. Вот тут, кстати, можно копнуть. Тут дохера золота. Ну, опять же, не то, чтобы мне это сильно было прям офигеть как надо. Ну, ладно. Просто на свете у нас зона влияния ограничивается вот это путем следования. То есть, вот в этой... Пентаграмме нет смысла. Типа лучше пентаграмма расставить вот здесь, где героев будут убивать. Так, ну слизняка мы дефаем, типа это нормально. Тут ничего не попишешь.
А вот то, что забрать вот эту яму нельзя, это прям печаль. А может быть мы можем как-то, ну блин, мы же только пентаграммы можем забирать, да? Да, мы не можем взять и подземный пруд просто так забрать себе. У нас же нет, а у нас скиллов никаких нет для этого. Типа забрать именно логово. Это самодостаточный негодяй, это закрывать входы можно. Да вроде бы нет. Типа хилиться можно, неуязвимость можно получить, ну вроде нет. То есть вот я прям логово забрать монстров не могу. К сожалению. А где там наши сопляки? Чем они занимаются вообще? Херня, как обычно. Наверное, да. Героев-то мертвых таскают. Ладно, хорошо. Убедили, так сказать, что вы заняты нужным делом. Давай лимит увеличим. И монстров качнем. 19 левел, 20 левел. Слушайте, левел монстров летит. Еще соплячка давай сюда. Это что, банжа? Урочий праздничный барабан. Блин, на самом деле прикольно то, что у нас тут новая как бы биом, новая вон ацтекские жаровни. Такая ацтекская тематика получается, да? Это прикольно. Вот прям без шуток, это прикольно. Так, а, тут все, герои тут скурвились, да? Все, погнали тогда сюда. Получается... Локация здесь связана с тем, что мы просто, ну, страдаем херней. Ждем, пока слизни выйдут. Я, наверное, опять же, на монтаже вам, скорее всего, вырежу кое-какие моменты. Ну, потому что, типа, ну, кому интересно смотреть, как я просто мудохаю героев и собираю слизни. Ну, как бы, ну да, лягухи трахают героев, это тоже прикольно. За этим можно понаблюдать. Тут согласен. За таким я бы понаблюдал. Но, с другой стороны, тут ни хрена интересного не происходит, по большому-то счету. Прям буквально ни хрена интересного. Так что какие-то моменты, думаю, на монтаже я вам вырежу, чтобы видео было покороче и более приятно к просмотру. Пудингообразное существо добралось до слизистой пушки. Хорошо. Ну, а, не смотрите, следующие через 4 минуты. Уже быстрее. Круто. Это уже интереснее. Так, ну мы тут постоим пока, да, подождем, пока там эти наши работяги что-то сделают. Ну, смотрите, герои, кстати, неплохо так лутаются тут. А, ну копают, нормально, пусть копают. Сейчас проход здесь прокопаем, посмотрим, что можно сделать. Вряд ли мы, конечно, сможем здесь какое-то вот логово монстров сделать, да, типа, можно. Темные боги запрещают. В этом месте строить нельзя. Вне ваше подземелье. Блин, а как мне это сделать в свое подземелье? Типа, тут темные боги запрещают мне строиться. Я не могу забрать, получается, подземный пруд себе. Это меня прям очень сильно печалит. Потому что я хочу повысить лимит монстров, но я не могу. Обидно. Тюрягу, кстати, надо бы сделать, наверное, получше, да? Ну, добили. Хотя, вроде так хватает, и вот и как бы славы, то есть, ну, это энергии душ до хера. Вроде как смысла в этом немного. А давай лучше дальше копаться. Тут золото добываем, тут все шикарно у нас. Вот. Вот прям дорожку нам сделали из золота. Типа на. О, тут, кстати, еще золото есть. Я вижу, тут прям золотые жилы, но как бы смысла в них много не вижу. Типа, ну, золото, а нахрен нам золото? Ну, может быть, сейчас Минотавр этот вылезет и скажет: эй, ты чмошник! А ну, быстро что-то сделал. Ну, тут не просто так вот этот заколок сделан, да? Это же для... Для этого придурка Минотавра. Это, по сути, наш, получается, следующий босс. Так, ну, входы для героев мы закрывать не можем. Можем только вот эти закрывать. Так, все у нас шикарно. Монстры прокачаны. Можно их вообще до максимума грейдануть. 23 левел. Ё-моё. Максимальный 28. Охренеть. Герои просто пососут сейчас у нас в таком случае. Жесть. Так, давай его убьем. Ты мешаешь нам работать, скотина. Иди сюда. Так, повелитель, ты чё? А ну убивай его. Забафался и убивай. Красава. Парам-пам-пам. Короче, да, так что я, скорее всего, вам какие-то моменты вырежу. Ну, вы этого даже не заметите, скорее всего. Типа сидишь, просто впереди ждешь 7 слизней. Класс. Оставлю вам только, наверное, самые интересные моменты и все. Еще один. Должен сказать, что так, еще слизняк. Существа очень сильно напоминают мне пудинг. Ты это уже говорил. Или типа ты два раза не повторяешь, да? Так, бафаемся. Добиваем этого героя и погнали вниз.
Так, следующий слизняк выехал. Ну, сейчас посмотрим, что он себя представляет. Как бы, дорожка у вас очень довольно-таки длинная, да? Ну, и хер бы с ней, да, так сказать. Может, славу надо повысить, кстати? Я не знаю, правда, зачем. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем это мне делать. Ну, допустим, давай повысим немножко славы. А пусть будет. Так, золото забираем. Пошли, тут сейчас герой опять выйдет. 100%. Так, 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 так. Блин, да как все-таки забрать этот гребаный пруд? Мне это не дает покоя. Прям серьезно не дает покоя. Тут, смотри, сопляки работают, а этого даже этого не вижу. Вот вы негодяи. Скрываетесь от меня, да? Нехорошие вы человечки. Так, разбитые амфоры. О, да, да, это я. Подчиненный, у меня есть для тебя задание. Мне сказали, что чтение обостряет ум. Поэтому я хочу, чтобы ты немедленно разместил в своем подземелье 20 разных библиотечных строений. Чтобы каждый твой баран знал алфавит знал. Хорошо, сделаем. Что тут смешного? Нет, нет, нет. Конечно, ничего. Все хорошо, мы это сделаем. Хозяин, вы, конечно же, можете пропустить требования Миноса мимо ушей, но тогда он нам здорово испортит жизнь. Да это я ему жизнь испорчу, он просто еще этого не знает. Так что ты там хочешь от меня? Постройте 20 библиотечных хреновин. Хозяин, опа, герой. Проход охраняет могучий паладин. Лучше всего его устранить, пока с вашими слизистыми созданиями ничего не случилось. Нифига себе повылазило всяких интересных штуковин сразу, да? Резко так. Так, слизняк идет. Ага, у героя, 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 убиваем героя. Так, сначала сливаем героя, потом разберемся. Так. Блин, а мне интересно, а у меня, слушай, а у меня жизни мало и вообще всего. Это нормально? А, и хилки-то нет. А как я буду героя убивать вражеского? А я хилиться не могу, далеко я от этого всего. Блин. А где он, кстати? А, он здесь, понял. А, блин, ну какого же хрена, а? Так, давай его забайтим сюда. Ну, куда ты пошел, гаденыш? Ладно, иди сюда, козел. Конечно, может меня легко ушатать. Да, вот это драковека. Одно из этих существ добралось до слизистой пушки, хозяин. Шикарно. А теперь мы уходим. Все, он дошел, молодец. Уходим. Полундра. А, слушай, я ему урона нанес, не слабенького. Так, мне срочно надо пойти похилиться. Это хреново, тут нет моих владений, я ничего не могу сделать. Прям пипец, больно. Зато бегаю быстро очень. Так, ну у него хпшка отнялась немножко, хорошо, то есть его потихоньку можно, в принципе, убить. Сейчас постоим, похилимся немного. А, так, сердце можно, кстати... Ага, 295. А что, у нас душ не хватает? Вы не поубивали героев там? А где герои? А где герои вражеские? Угу. Так, а это что у нас такое? Это библиотека. Во, ему там, как раз-таки, 20 книг надо было построить, да? Библиотека. Ну, поехали. Там неудобные скамейки давай. Тупо скамеек сейчас нахерачим и все. Чисто, блин, библиотека, библиотека. Так, вот эту херню давай. А, нельзя. Книжный шкаф. Почему нельзя? О, тут можно. Так, сколько еще надо? Да хрена, слушай, ё-моё. Да, библиотечную комнату надо делать. А тут могу? О, да, могу. Вот тебе еще библиотека. Как заказывал? Так. Книжные шкафы. Я, типа, не то чтобы против выполнить такие задания. Мне вообще, мне просто тупо денег делать некуда. И на самом деле насрать на него. В каком-то плане. Уже лучше. Готово. Эти...
книги. Скамьи, табуреток наставил там до скамеек. Эти книги? Проглочу-ка я пару книжек. Давай, может, станешь умнее немножко. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Блин, книги. Вот это книга. Ладно, не будем о грустном. Пусть он думает, что это книги. Так, 3 слизня, дошло еще 4. Ой, блин, это так долго. Капец. Так, героя, кстати, надо слить. Он мне сильно мешать будет. За добро! Убирай за добро! Хорошо. Так, идем быстренько отхиляемся, идем дальше бьем. Нам надо вообще проскочить мимо и героя валить. Кстати, а может ли слизи тут пройти? Раз мы такую дорожку открыли ему, а? Или нет? Типа, они умные или они тупые, вот только тут идут? Героя надо убивать. Так, погнали. Спидран. Бам, давай, под скиллом, побежали. У, какой спидранер, к финишной прямой бежит, ух. Обгоняет на левом повороте, врум-врум. Так, сейчас убиваем героя, а там разберемся, походу. Что еще надо делать? Так, слышь ты, герой. Эй, кто там? Кто такой? Ты слабак? Сейчас посмотрим. Вот так-то лучше. И это ваш герой. Это похоже на сопляка. Так, кстати, давай тут копнем. Тут есть где золото подобрать. Мне, правда, реально интересно, а слизняк тут пройдет или нет? Типа, будет он тут проходить или нет? Я бы на его месте прошел. Место-то хорошее, царское. Типа, хоп, и сразу сюда прошел. Миновав героя и остальное. Так, ну ладно. Давай посмотрим, что у нас тут могут раскопать наши ребята. Ну, тут просто золотая жила. Не то, чтобы я был против. Слушайте, прям как в Данженсе втором или третьем, да? Выглядит прям один в один, как обычная жила. Так, когда там слизень выйдет? Минута еще. Как ж долго. Надо было, наверное, знаете, что сделать? Это просрать задание Минотавра, чтобы он хоть кого-то на меня натравил. Ну, вот прям реально, ну, хоть кто-то. Нападите. Ну, ладно. Чилим дальше. В ваше подземелье прибыл еще так. Один слизняк, господин. Хозяин, у меня есть к вам вопрос. Как вы считаете, эти слизняки по вкусу похожи на пудинг? Я тут заключил с гоблинами небольшое пари. Хозяин, эти скверные герои открыли еще один вход. Да что ж ты будешь делать? Вот скверные реально герои. Но это им сильно не поможет, как вы знаете, да? Так, погнали прикрывать слизняка. В принципе, если бы герой был один, максимум два, то, мне кажется, вообще без проблем было бы. Тем более, они 9 левела. Типа, ну что-то такого. Они абсолютно слабенькие. Так, слизняк там идет или как? Да, он пошел. Ля-ля какой, крадется. Ползет с костяшкой. Чисто зло воплоти. Так, ну хорошо, мы тебя сейчас прикроем. Вот эти, правда, двери закрывать мы не можем. Но я, кстати, могу взять и охренеть и закрыть двери. Но, которые вот эти. Ну, вот этот скилл прям реально полезный. Это прям ответ на мой вопрос. Типа, какого хрена я в своем подземелье могу открыть двери, а закрыть не могу? Вот вам и ответ. Слушай, а что они такие жирные? Давай убирай. Вот так-то. Или я не попадаю по нему просто. Такое ощущение, будто я просто тупо не попадаю. А какой скилл отвечает у меня за попадание, а? О, кстати, очки появились. Ловкость? Во, ловкость повышает уровень вашей атаки и защиты. Вы не только чаще попадаете по врагам, но лучше парируете их удары. Все в ловкость кидаем. Меня просто бесит промахи эти. Прям реально бесит. Я ж не в XCOM играю, чтобы промазывать. Какого хрена? Ну, другое дело, вот бы так сразу. Так, а теперь смотрим на слизня. Умный он или тупой? Ну-ка. Оля, вот это... Вот это умничка, прям молодец. Он обошел вот эту херотень снизу. Молодец. И я тоже не тупой, получается, раз выкопал здесь проход. Я на самом деле просто прокопался, чтобы мне было удобнее бегать. Ну, а будем считать, что я помог нашим слизнякам. Ну, типа. Да палкой, палкой ему по голове. Хорошо. Так, шикарно, еще трое, да? Блин, как же много... Еще, черт подери, трое. Охренеть. Как же это долго.
Ну, подождем. Сейчас будет еще один выстрел слизистой пушки, мой хозяин. Так-так-так, где? Залп! Блин, а куда мы вообще стреляем? Просто в небо? По приколу? Надеюсь, нет. Блин, денег до хера, я даже не знаю, куда мне их тратить, серьезно. Вот просто не знаю. Ну, как бы можно XXL сундуки сделать, но ладно. Тут как бы герои и так вроде нормально лутаются. И лягухи их вроде убивают нормально. Слабенько, конечно, но плюс-минус пойдет. Ладно, сидим, чилим дальше. Хозяин, в ваше подземелье прибыло еще одно слизистое существо. Ну, наконец-то оно приползло. Хозяин, у меня появляются некоторые сомнения по поводу нашего плана. Не получится ли так, что мы в итоге обстреляем этих раздражающих людишек вкусными десертами? Да не! А вы только посмотрите на этих пудингообразных существ. Да все хорошо будет. Ты что, голодный что ли? То печенье, то пудинг тебе подавай. А потом ты что, на лягушек будешь смотреть и будешь думать, типа, они поехали нам во Францию? Вы слышите? Кажется, мы здесь не единственные копатели. Пойду-ка я посмотрю, что там происходит. Ну-ка давай, наконец-то что-то интересное. А то буквально 3-4 минуты сидим и херню страдаем какой-то. Так. Ну так кто еще копает? И главное, где? Герой скончался во время боя с монстром. Да и срать на него. Так, ну что, поехали. А, слушайте, герои периодически вылазят. Вау. Жесть. Я-то думал, ну, как бы, то есть их надо периодически, получается, умерщвлять. Иначе они будут опять вылазить. Вот суки. Ну, я вроде как не слабенький уже. Могу разобраться. О, очко навыков. Давай хилку себе возьмем. Новое заклинание. Да, я знаю. О, ледяной щит. Piece of shit. Так, готов. Давай забабахаем себе, я не знаю. Герои стали сильнее. Кстати, надо бы и наших ребят прокачать. До 24-го. А, вот прикол. Так. Ну, ты тут чиль, у тебя все хорошо. 45. А кто там у нас еще копается в подземелье, а? Пока никого не вижу. И говорит, я пойду посмотрю. Да, классно ты смотришь. Качественно, блин. Ну-ну. О, у меня хил идет? Да ладно, а почему? Здесь же вроде не моя территория. А, и срать на нее. Так, ну слизняк прошел, этого мне достаточно. Этого сейчас мы добиваем, просто идем дальше. Энергия душ просто так капает, классно. Так, все, слизняк дошел, можем петлять домой на базу. Парам-пам-пам. Слушай, они опять вылезли, охренеть. Хозяин, мне удалось найти источник этих звуков. Жители замка Прелестень, похоже, оказались немного умнее мешка муки. Да ты что, такое бывает разве? Ого. Жесть. Они что, к нам копаются? В подземелье и теперь роют проход к слизистой пушке. Хозяин, кажется, на нас надвигается нечто огромное, колоссальное. А что будем делать? Кстати, где они? Тут, наверное, где-то, мы да? Мы снова готовы обстрелять людей пудинговой слизью, хозяин. Так, ну они где-то тут, получается, копаются, да? Странные звуки из могилы. Готовьтесь к самому худшему. К чему? Хозяин, кто-то нападает на вас. Множитель славы 20%. Угу. Ну так пусть нападает. В чем проблема? Пусть, так сказать, попробует. Для начала кусочек меня. Так, ну а где они копаются-то? Я не вижу их. Ну то есть на карте их вообще нет. Наверное, где-то тут копаются, сюда, да? К слизневой пушке. Но опять же, толку от того, что они туда копаются? Типа, ну вот серьезно. Смысл? У него вспышка, давай вспышку. Бэ-бэ. Ну слушай, прям реально сильнее стали, молодцы, 11 левел уже. И даже меня могут убить такими темпами.
Так, я пойду отхилюсь. Ну, если ты не против, конечно же, да? Я надеюсь, что ты не против. Так, дай-ка подумать. Странные звуки из могилы. Ну и хер бы с ними, да? Пушка работает и работает, все хорошо. Ладно, сидим дальше, пердим, ждем, когда у нас слизняк следующий поедет. Ну а что еще нам тут делать по факту-то, да? Блин, а мы мажем, получается, охренеть. А не, не мажем. Или мажем. Да пипец. Просто каждый удар блокируется, с ума сойти. Ладно, сидим, пердим дальше, получается. Копаем золото. Золота много не бывает, да? Еще один отвратительный слизистый ком загрязняет ваше подземелье, хозяин. Кстати, я приготовил вам немного пудинга. Так, оно положено на место. Он должен в пушку быть заряжен. Хозяин, я позволил себе попробовать кусочек только что появившегося слизняка. Вкус скорее похож на то, что обычно выковыривают из подошвы, зажав нос. И близко не напоминает пудинг. Ну вот, а я же говорил, они невкусные. А ты мне не верил. Так, где там слизняк? Иди сюда. Блин, это предпоследний, еще один. О, как же долго. Вот вы просто сейчас смотрите, наверное, на таймер этого видео и не понимаете, типа, что тут такого? Ну подумаешь, там 30-40 минут на миссию. Но нет, ребята. Я уже час сижу с этой грёбаной матью миссии. Так, давай забафаемся, а то что-то мне больно делают. Так, все, поехали. Давай еще щит сделаем себе. Нормально, уже веселее. Не, ну типа у нас эти свитки что, просто так валяются? Давайте ими пользоваться, я разберсерка, сейчас там бафнемся еще. Тем более тут какие-то более жесткие герои. Тут слабаки вылазят, а тут реально жесткие. О, сразу двоих рипнули, класс. Так, побежали дальше этих месить. Блин, причем кроме как я тут никто нам не поможет, да? Вот серьезно, я не могу монстрами тут пользоваться. Это какой-то реально не данженс, а хер пойми что игра. Вот серьезно, без шуток. Разработчики провтыкали самый главный момент. Хозяин, задержите их. В противном случае эти гигантские чудовища расстроят наш прекрасный план. Да ё-моё. Я занят. Идут ломать, да? Вот сюки. Так, побежали. Бегом. Испытание пройдено, не терять времени. Эй, слушай, ну они... Ну, наверное, жесткие. Ну, бьют потихонечку. 98%. Да, слушай, по 2, по 3% грызут. Так, делаем неуязвимость. Все, поехали. А мы убьем его вообще? Я ему урон вообще не это. А, не, наношу. Но очень-очень мало. Так, неуязвимость у меня еще 5 секунд. Это херово. Магии-то нет. Пипец. Что-то так больно. Давай я разберсерка. Не, ну можно как бы на себя отвлечь. Блин, слизни бьют. Главное самому сейчас не отъехать. Ну хотя бы одного колосса надо развалить. Слушайте, я еще жив. Удивительно, последний, да? Последний слизняк отправился в путь, хозяин. Великолепная работа. Спасибо. Сейчас, правда, я тоже отправлюсь в последний путь, так сказать. Если ничего не сделаю. Надо хотя бы одного колосса рипнуть и убежать. Добейте. Ну, добей его. Ну, пожалуйста. Вот, отлично. Рожденный бегать пиздюлей не боится. Так, давай ретируемся. Быстренько похилимся. Там побьют сейчас немножко пушку, конечно же, да? Но я не думаю, что критично. Не хочу вас беспокоить, но вас атакуют. Процентов до 70, думаю, опустим жизни пушки. И все. Блин, вот согласитесь, разработчики во второй половине игры как будто проснулись и поняли, как делать игры. Это удивительный момент. Где я там бегаю? Ай. Не губи, подумай. Так, это прям реально уникальный момент, потому что разрабы реально поняли, как надо делать миссии. И вот предыдущая миссия интересная, эта миссия интересная. Какого хрена так происходит? Почему они раньше не могли сделать классные миссии? В чем проблема была? Призвать миньона? А я такое мог разве?
Я разве такое мог делать? А, лол, да? Я всегда мог делать это заклинание. Правда, толку мне от него мало. Телепортнуться к себе. А, да, вот, кстати. Блин, кстати! Мне до сих пор никто не сказал, что я мог, оказывается, телепортироваться к сердцу. Жесть. А я все это время не знал. А мне никто ничего не сказал. Ладно. Так, отхилились, побежали. То есть я мог оттуда быстренько тпшнуться к сердцу, и все было бы хорошо. Ладно, 75% надо бежать. Иначе убьют наши... нашу пушечку. Пушечка должна жить. 2 минуты еще надо как-то протянуть. Блин, эти колоссы, это просто жопа какая-то. И самое неприятное, знаете что, меня станет еще в процессе, пока я бегу. Это самое прям бесячее. Охренеть, вот-вот-вот, все, я встану. Шикарно, да? Я могучее, сука, зло, нахожусь в стане. Это вообще где-то видано такое. Так, ладно, 66... Ну, жизни хватит, думаю, пушки. Блин, этот колосс, это просто какая-то мерзость. Так, давай сюда пару скелетов, отвлекут внимание на себя и побежали. А где скелеты? Ладно, вопрос дурацкий. Так, если что, есть хилка. Давай, волшебная стрела. Все сейчас поможет нам. Урона мало, конечно, ну и хрен на него. Давай хоть забафаемся, я не знаю, чтобы быстрее бить чуть-чуть, а то что-то как совсем жесть. Не, ну как бы он мне урона тоже мало наносит. Так, а что там по квестам, кстати? Есть там квестики у нас? Герои-гоблины, журнал заданий, вот. Защитите пушку, более 1/3 здоровья. А, это хорошо. Откройте 1/3 вход для героев. Кстати, тоже можно сделать. Да, я это сделаю, наверное. Не надо скиллы. А, постройте не больше 20 освещающих завлекалок. Ага. Коллекционер оружия. Но это мы не сделаем уже, скорее всего. 20 объектов для оружейной. Я не понял, как играть. 60 героев убить надо. Ну, мы, кстати, уже какую-то пачку убили, да? О, скелеты прибежали. А, все, мы его рипнули. Все, шикарно, можем бежать назад. А, кстати, в смысле бежать? Вот так делаем. ТП, кстати, работает через 3 минуты. Блин, слушайте, я реально, почему я раньше не знал про этот скилл? Не, как бы я знал, что он есть, но я совсем забыл, и мне никто в комментах даже не напомнил, что ты можешь... Тизер, ты, оказывается, можешь тэпаться. Да. Так, задание выполнено, хорошо. Артист выживания. Сердце подземелья не должно ни разу вас воскресить. Хорошо, сделаем. Так, уровень славы. Ну, это дохера надо что сделать. Уничтожено не меньше 5 паладинов. Ну, блин, я этим не занимался. Мне скучно это было делать. 60 героев с нулевым уровнем энергии душа. Сколько я уже сделал? 30 точно сделал. Не используйте... Используйте сливочную пушку. Ну, все, ждем, получается, 20 секундок. И погнали. Все, это мы тоже сделали. А нам сразу дают? Да, сразу дали очки. Давай в ловкость вольем все, а то я как-то редко... Попадаю очень редко. Так. Восстановление, затраты маны. Давай неуязвимость грейданем. Хозяин, в нашем земелье прибыл последний слизняк. Да, наконец-то. Ставьте его в безопасности к нашей слизистой пушке. И мы устроим пудинговый праздник в честь вашей победы. А можно не надо? Мне не нравится пудинг. Погнали, защитим слизня, а то он быстренько бежит, резкий как понос, а не как пудинг. Живи, живи, дружище. Ах ты сука, он убил его. Слизняков по пути к слизистой пушке был уничтожен. Теперь он представляет собой... Да ё-моё! Да ё-моё, теперь опять ждать время. Вот вы мерзкие суки такие, за что вы убили маленького слизняка? Ах ты вы твари. Блин, так теперь ждать надо время, ты хера. О, кстати, тут ТП всегда будет. Так. Загрузился я с последнего автосейва. Переиграл тут 20 или около того минут. Ну и, в принципе, вот там последний слизняк. Я не знаю, я попытался еще после того, как слизня последнего убили, посидеть, подождать, но что-то ничего не происходило, поэтому, ну, вот так. Пришлось загружаться. Ну, это уже не важно. Кстати, снизу тут ни хрена нет. Откуда вот эти вот два голема ломилось, да? Ах, какое великолепие! Но миссия прикольная. Страна тонет в море, вызывающей отвращение слизи. От одного только взгляда на это хочется плясать от радости. Мерзкие обитатели поверхности узрели силу темной стороны, хозяин. Ах да, я чуть было не забыл про ваш пудинг.
Вот он, пожалуйста. Так, убери от меня эту гадость, фу, не буду я такое хавать. После ваших злодейств это место было быстро переименовано в мерзостень, хозяин. Я готов обнять вас от радости, само собой, без каких бы то ни было намеков. Так, ну что, миссия была, в принципе, очень прикольной. Единственное, что подпортило, это кончина последнего слизня. Пришлось мне 20 минут переиграть с последнего автосейва. Но, тем не менее, как я сказал, разработчики во второй половине игры внезапно вспомнили, что они делают игру, и начали развлекать нас, периодически подкидывая нам прикольные миссии. Но поглядим, что будет дальше. Так что, если это впервые, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по ссылкам в описании. Наша группа ВК, Дискорд канал и Твич. Заглядывайте. Ну, а на этом все. Увидимся с вами в будущих видосах этого прохождения. Всем пока.